вечернее время в МВД России по Сорочинскому городскому округу обратился 57-летний житель города Сорочинска о том, что у него угнан автомобиль марки Chevrolet Lance с улицы Фрунзе города Сорочинск. По данному факту проведена проверка и возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации. В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что данное преступление совершили двое мужчин возрастом 21-25 лет, которые признали свою вину и пояснили, что угнали автомобиль с целью доехать в город Бузулук Оренбургской области.